северо-восточная часть города Ноксвилль, штат Теннесси. Вот сюда люди приезжают отдыхать, в этой части города. Тут сразу же лес, прекрасно сделаны дорожки для пеших прогулок, и можно с велосипедом кататься. Видите, у нас все еще зеленое стоит. Там великолепная площадка для деток. Качельки. Очень тепло. А здесь рядышком бежит речка. Малюсенькая, но чистая. Изумительно прозрачная. Дно видно. Все камушки. Вот сюда люди приезжают, и мы частенько приезжаем за родниковой водой. Там вот под крышей, если вы видите дальше, за мостиком, как раз-таки выведена трубка, и оттуда идет, течет родниковая вода. Делали анализы, вода прекрасного качества. Вот мы каждую неделю, через неделю сюда приезжаем. Прекрасное место. Сегодня воскресенье. Обожаю горные речки. Всегда холоднющие, чистые. Каждая прекрасна по-своему, все разные. Очень красиво. Вода холодная даже летом.